номер три. Сергей Астахов жалуется на память. Он забыл в джайве исполнить движение Шуга Буш. И Светлана Богданова считает, что Шуга Буш – это ерунда. Главный блокбастер весны – возвращение Сергея Астахова. Смотрите сразу после рекламы на телеканале «Россия». Когда Сергей Астахов танцевал «Ча-ча-ча», его обвинили в самолюбовании. А ведь, по его словам, у него простое таежное воспитание. Что вы понимаете вообще в нашем таежном «Ча-ча-ча»? Главное, чтобы от души. Сергей Астахов и Светлана Богданова. И ноги-то у него заплетались. И на партнершу-то он смотрел, как двоечник на отличницу. И даже в самолюбовании его успели обвинить. И все это он о себе услышал после двух минут, как ему казалось, блистательного «Ча-ча-ча». Смотреть не буду. Я доверяю тебе полностью и говори то, что вот сейчас скажешь, что делать, я буду делать. Просто я боюсь, что если сейчас буду смотреть, неделю надо будет всю работать плотно и хорошо. А я не готов. На самом деле готов. Просто артистам редко нравится пересматривать свою работу на экране. А Астахов – артист до мозга костей. Как видите, против работы он не возражает. Светка, а? Какой номер-то делать? Секс-бом, секс-бом. Астахов счастлив. Наконец-то у него есть музыка, которая соответствует его темпераменту. Осталось придумать, какими движениями это выразить в ча-ча-ча. Ложись, и что? Сейчас будем думать. Как видно, дело пошло. Даже без участия ног. Стало ясно, что до идеи осталось проползти совсем немного. Я понял образ этого... Танца. Танца. Я на коленях. Ты с плеткой, с нагубником, с азамазой в черных чулках. Конечно, не все идеи проходят на ура, но творческим процессом довольны оба. И пошел. Пара номер три. Сергей Астахов и Светлана Богданова. Взрывоопасная ча-ча-ча. И Светлана Богданова. Это успех. Мне очень понравился танец Сережи и Светланы.
Сереж, я хотел тебя спросить, вот ты так и, я просто не помню, ты так и в прошлый раз крутил отчаянно Светлану? Все, или что-то сегодня добавил? Нет, кое-что добавили. Ну, клево было, прям да. Какой-то цирковой номер. Ну, старались. Вот, вот ты поразил в середине, когда так крутил Светланы. Светлана поразила сразу своим костюмом, такой сексуально облегающий наряд, и материал такой вот... Мне напомнил, извини, Свет, никакой, ничего личного, но вот сковородки таким оттирают. Знаешь, что такое есть? Не, ну супер. На ощущение он не такой, на ощущение очень приятный. Приятный, да? Да. Но, нет, вот, вот к тебе, к телу, он приятный, а здесь вот, чтобы мужики не терлись, да, как да, к сковородке. Да, да. Ну, прежде всего, мы очень рады, что танцуем снова вместе. Вот, Родригес, спасибо за то, что заменил, настоящий друг. И вот мы посоветовались, хотели сказать, буквально две секунды. Так, дело в том, что... полчаса. Ну, полчаса, хорошо. Ну, если стайер начинает бежать с самого начала, и если он пропускает, там, допустим, дистанцию дальше, он ну, не имеет на равных правах права участвовать в программе. И вот мы со Светой, представляете, решили то, что, к сожалению, глубокому, ну, это будет нечестно по отношению к шоу, а наравне со всеми дальше продолжать ну, участвовать вот, в конкурсной программе. Поэтому... Все правильно? Поэтому а может, мы хотели бы... Спросим? Да, конечно. Они же имеют право оценки-то поставить. Те уважаемые судьи, которых я уже имею честь довольно давно наблюдать, разрешат нам, то мы с удовольствием будем радовать вас дальше, телезрители. Поэтому все от вас зависит. Правда? Понятно, да. Вы вот уж как-то... Потому что мы ж... Решайте сейчас, мы спросим, прежде чем ставить потом... оценки. Да. Как? Спросите. Еще до оценок спрашивать? Как им будет угодно, это их право. А, понятно. Ну, неожиданно так. Станислав Григорьевич, вам слово, как председатель жюри. Ну, во-первых, мы в прошлый раз согласились с этой заменой, потому что она была, с одной стороны, вынужденной, с другой стороны, для программы это было интересно. Что касается оценок, большинство жюри оценило высоко выступление Тимура Родригеса вместе со Светланой, а я на один балл снизил оценку именно потому, что это была замена с гандикапом, как мне показалось. Так что так продолжайте. Они продолжать могут? А, я не против этого абсолютно. Спасибо, я думаю, большое. Конечно. Спасибо. Ну, а теперь можно про танец? Коля, ты очень как-то призадумался. О чем-то своем. Я просто не понял, что просил Сергей сначала, но сейчас мне разъяснили. Не надо, я уже разобрался. Мне разъяснил Станислав Григорьевич своим ответом. Что касательно танца. Ну, Свету я всегда люблю, как бы она всегда замечательна. А Сережу всегда не любишь? Что значит люблю, не люблю? Здесь мы на ромашке не гадаем. То, что увеличили все поддержки, это великолепно было. А вот если бы ты увеличил ча-ча-ча, Сережа, и чаще его танцевал, то и было бы гораздо лучше. То есть твое пожелание ча-ча-чаще? Ча-ча-чаще, то есть, да. То есть сдвижения не было от того танца к этому? Или был маленький прогресс? Самих движений ча-ча-ча не было. Прекрасно. А вот при... Прекрасно. И на следующий раз тоже это повторю танец на следующем номере. Хорошо, специально давайте, для вас, Николай. Повторяйте. А вот то, здорово. Что вы делаете поддержки, это мне нравится. Цветок. Спасибо большое. Перестань рвать букет. А? Ну, это нервное, что... Нет, серьезно. Говорят, ну, на цветках не гадают. Я готов всегда это делать. А, ясно. Станислав Григорьевич, теперь про танец, если можно. Я думаю, что по сравнению с первым выступлением была потрясающая совершенно энергетика, темперамент, физические сильные движения, великолепные поддержки внутри композиции. Но я могу сказать, что для меня это в большей степени диско-танец, или в лучшем случае диско-чача, но не тот ча-ча-ча, который вы хотели бы видеть. Спасибо. Алена, но вы же не видели тот танец, который танцевал в прошлый раз Сережа с Светланой? Да. Ну, я поняла, что я просто боюсь сейчас вклиниваться, потому что тут какие-то очень сложные взаимоотношения. Вклиниваться. Не бойся, я тоже ничего парой. Не понимаю на самом деле. Кивай. Зажигательно. Нет. Отлично. Мне достаточно, нам достаточно, правда? Сегодня я вот смотрю на Аллу Сигалу. Мне кажется, она гипнотизирует участников. Нет, я пытаюсь разобраться сама с собой прежде всего. То, что прогресс очевиден, это точно, но еще очевиден прогресс в количестве килограммов, которые у Сережи прибавились. Я хотелось бы. Я сказал ча-ча-ча-чаще. Ча-ча-чаще, да. Ну, я думаю, что, сейчас начнутся тренировки. Да. Нет, они сейчас уже закончатся. Потому что у меня роль впереди очень важная для меня, во всяком случае. А с килограммами я бороться уже не буду. А, ты
должен быть чуть-чуть, там пухлый? Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть. А сказали, для 40 лет, мужик, будь как-то чуть-чуть посолиднее. А, ну это святое. Конечно. Не, ну просто в танце это не украшает. Я понимаю, ну, а я понимаю, да. Ну, это все фигня, конечно, че там? Нет, это не фигня, это то эстетическое ощущение, которое на вас... Не парьтесь, Сережа, не парьтесь, спокойно. Аллочка, мы вообще заполняем перерыв. Мы работаем между рекламой и показом танцев, так. Не, перестань. На самом деле я же все прекрасно понимаю, но, к сожалению, да, есть определенные приоритеты, которые я должен следовать, живот, и буду это делать. Ему нужен живот через месяц, ну так подбери танец тогда. Не знаю. Хотя, знаете, на самом деле вот эти брюки, я танцую в одних, я даже ничего не меняю, смотрите. Нет, ну эффектно. Выдохни, Сережа. Нет, стою ровно. Нет, мне это не надо показывать, хотя бы Светлане. Я ничего не меняю. Я ей все уже показал. Сергей, а живот выше, брюки это другое. Ну как там, Максим? Я чего? Не заглядывал. Да вы знаете, там все в порядке. Из природной скромности. Я не знаю. Хорошо, а вот Клара не прочь бы. Нет, мне все очень понравилось. Ну такой секс и такой бомб, ну что вы. Ну слава богу, все. Очень секс. На этом светлом чувстве, Светлана... Да. Это, оказывается, он для вас отрывал, Клара. Сереж, Светлана, идите к Даше. Идите к Даше. Уважаемые телезрители, в ваших руках телефоны и судьба участников. Отправляйте смски или просто звоните на номер, который вам озвучит Дарья Спиридонова, и поддержите пару Сергея Астахов и Светлана Богданова. Ну, baby, you can turn me on, definitely. Как бы сказал Том Джонс, я думаю, если бы увидел ваш танец. Когда я узнала, что вы танцуете секс-бомб, я была уверена, что, конечно, секс-бомб у нас будет Сережа. Но здесь были две секс-бомбы. Это просто какое-то оружие массового поражения. Да здесь была бы одна большая граната, я бы сказал. Да. И этот костюм, не знаю, как для сковородки, но, по-моему, это что-то фантастическое. Спасибо, просто. Даша, мне интересно, Сереж, я знаю, что ты добавлял много движений в разнообразные ваши танцы со Светланой. Вот это движение, где Светлана так эффектно, я даже не знаю, бедрами своими. Да, как это называется на танцевальном языке? Не знаю. Есть даже такое это движение вообще в классических танцах? Нет, это был танцах. Выход в хип-твист Веры Лимана, а вот это движение, не знаю, честно сказать. Это была идея Сергея? Да. Да? Да. Он хотел, я как-то сразу догадалась. Ну, а вот этот эффектный жест в конце, который а-ля Майкл Джексон, я не знаю, кого вспомнить в связи с... Всю вертушку, концовку, да. Все придумал Сережа. Я потому что уже устал танцевать вот это ча-ча-ча, понимаете, живот тянул, хотелось в туалет. Поэтому решил сделать себе подарок и заставил Светлану делать то, что она никогда не умела. И она на самом деле, надо дать должное, ну вот как-то так, всякое, говорю, сделай то, все. Ну ты помнишь, ну ты же сказал, что это за движение, говорю, ну давай что-нибудь поделаем, давай что-нибудь поделаем. А, ну я всегда иду, вот куда Сережа приглашает, туда иду. Да, да, и вместе возвращаемся обратно. Прямо не хочется вас прерывать, говорите, у вас такие сексуальные отношения. Нет, в вашей паре. На самом деле, во-первых, мы действительно благодарны, что вы так, с такой легкостью, я не знал, я не смотрел предыдущую программу, да, Родригес, я потом уже позвонил на следующий день. Спасибо, что вы нам разрешили, потому что на самом деле я все-таки считаю не совсем правильным, когда стайр сходит с дистанции, а потом возникают какие-то непонятные вещи. Все, и он Станислав продолжает Григорьевич дальше спокойно. Сказал, но Станислав Григорьевич, да, значит, мы ему благодарны. Правильно, оценки. Ну, вы зря так думаете. Клара Новикова. Станислав Попов. 8. Алла Сигалова. 7. Николай Цискоридзе. 8. Алена Хмельницкая. 8. Сумма баллов 40. Я вообще предлагаю потом нашему жюри тоже устроить работу над ошибками, как раз пока будет идти программа «Вести недели», и поставить всем другие оценки. Да, Света, тебе слово. Может быть, это очень банально, но я хотела своей маме из моего города и моим землякам из шахты Ростовской области передать огромное спасибо Ростовской области, Гуково, Новочеркасск, Новошахтинск, папа в Норильске. Я знаю, что вы голосуете по интернету, они все меня очень любят. И, конечно, мой родной город Москва. Спасибо вам большое за поддержку нашей партии. Жители всех этих городов, а также всех других городов, которые находятся в одном с нами часовом поясе, присоединяйтесь, звоните по телефону 8 803 333 5003 или эту тройку отправляйте на короткий номер 6162. Вот зачем мужчине нужен вес, чтобы женщин носить на руках. Сергей Астахов и Светлана Богданова.
аплодируем для вас. Для подведения результатов 11-го конкурсного дня на паркет приглашаются все участники шоу «Танцы со звездами». Уважаемые друзья, все в сборе. Я напоминаю, что, соответственно, занятым местам первое место получает 7 баллов, а остальные, каждое на балл меньше, последнее место получает 1 балл, как в зрительском, так и в судейском голосовании. Можно уже завершить овации. Сейчас драматический момент, и мы с Дашей хотим для начала вам напомнить, как проголосовало наше жюри. Даш, расскажи. Ты помнишь? Я думаю, что нам в этом поможет таблица зрительского голосования. Итак, на первом месте Юлия Савичева и Евгений Попунышвили. И у них 7 баллов. И на последнем месте, согласно мнению наших судей, Сергей Астахов и Светлана Богданова. Соответственно, у них 1 балл. Это была, конечно, таблица судейского голосования. Да, судейского. Я ошиблась, да. Ну а сейчас, дорогие друзья, все внимание, вот новая информация, которую мы еще не видели и еще зрители не знают. Как проголосовала телеаудитория? На первом месте... Согласно мнению жюри, Анна Ковальчук и Герман Мажирин. А на последнем месте второй раз подряд Кирилл Плетнев и Дарья Резникова. Соответственно, у них 1 балл. Ну а сейчас, уважаемые друзья, я не думаю, что кто-то быстро сумел сложить эти результаты. Итак, мы сейчас складываем показания двух таблиц и получаем сводную таблицу. Итак, сегодня в конкурсном нашем дне на первом месте пара Юлия Савичева и Евгений Попунышвили. И давайте посмотрим вторую часть сводной таблицы. На последнем месте после сложения оказалась пара Сергей Астахов и Светлана Богданова, дорогие друзья. Я напомню, что наши уважаемые зрители поставили эту пару на 4-е место. Тем не менее, из-за низких оценок судей эта пара оказалась на последнем месте в сводной таблице. Сереж, очень жаль с вами расставаться, но остается нам пожелать еще раз увидеть ваш танец, который всем понравился, мне кажется. Мы будем вам очень благодарны, если вы станцуете еще да, раз. Да, я, сейчас, сейчас схожу. Подожди, Сереж, я хочу тебе дать слово. Я сейчас схожу за микрофоном, у меня тут есть. Перед тем, как мы увидим танец, я хочу еще раз послушать. Мне кажется, потому что у нас не осталось слабых пар, у нас все сильные, все замечательные. Мне лично очень понравилось ваше сегодня выступление, Сереж, я хочу я вас поблагодарить. Я уступлю Светочке пару слов быстренько. Ну что сказать. Ребят, спасибо вам большое. Да, и уважаемые телезрители, я знаю, что вы имеете право вернуть пару или не вернуть, но я думаю, что... тогда тем более. Мы очень вам благодарны, потому что благодаря вам мы продержались в этом проекте огромное количество времени. Вот. Мы старались для вас, делали это искренне, как могли. Спасибо вам большое. Это танец для вас. Спасибо вам. Спасибо, Сереж. Ну что ж, уважаемые друзья, и сейчас мы еще раз, я думаю, увидим танец Светланы Богдановой и Сергея Астахова. Перед этим мы прощаемся с да, вами. Да, мы увидимся в следующее воскресенье. У нас ждет очень хороший, радостный концерт из номеров наших пар, поскольку они будут танцевать свои самые любимые танцы. Совершенно верно. Ну что ж, мы с вами прощаемся и хотим увидеть на паркете Сергея Астахова и Светлану Богданову. Baby, you say